Утро становится интересное. Такой вот рыбин. Тихо, тихо, родной. Сейчас сейчас отцеплю, не буянь. Ну, пойдешь отпускаться. Давай. Опа, как шмыгнул резво. Привет, друзья. Наконец-таки у нас выглянуло солнце. Три дня были просто проливные дожди. И сегодня с утра до обеда просто дождь и дождь. Мы промокли все. Но сейчас вот солнышко вышло, и вот наконец-таки одели летние одежды. Даже вот водные мотоциклы вон там летают. Но вода прохладная, 19 градусов всего лишь вода. Но по крайней мере можно поплавать, сходить половить, потому что ну в дождь ну просто невозможно. Во-первых, не клевало ничего. Во-вторых, ну неприятно ездить мокрый насквозь. Вот, так что сейчас полетим, попробуем половить все-таки хищника. Волны нет, погода вот сейчас очень хорошая. Так что вперед, стартуем! Как всегда, начинаем с пожарника. Он самый надежный проверяльщик. Клюет, не клюет. Отпускаем его метров 30-35. Оставляем. И второй тоже похожий на него. Тоже такой почти пожарничек, только поменьше, немножко с другой игрой. Его на другую сторону у лодочки закинули и ждем. Поляны понемногу забиваются, уже свободных мест совсем немного, потому как потеплело, солнышко, видишь, и народ подтягивается. Контрольный проход здесь вот всегда возле таких вот бережков травяных. Щучка бывает мелкая стоит. Сейчас проверим, стоит она здесь или нет. Вот первая есть. А нет, сошла. Резко так рвануло прям. Несколько таких похожих было ударчиков, как будто это щучка бьет головой. Так, возле травы что-то нету никого. Сейчас берег уже пойдет. Пойдем вдоль берега. Воблерочки стоят, которые на полметра всего ныряют. Вот здесь впереди трава. Сейчас мы тоже зацепимся чем-нибудь. Ага, вот зацепились и отцепились. Вот так играет об траву. Вот видите, хоп. И отыгрывает назад. А это вот играть перестал. Значит, там трава повисла. Потому что нет дребезжания такого на воблере. Так что надо останавливаться и очищать воблерочек. Сегодня вот живописная вода, ветра нет совсем. И вот такая гладь. Прям идеально ровная. Ни волны, ничего нет. Вот кончик удилища наш дрожит. Но, к сожалению, только дрожит, ничего не клюет. Вот гоняют здесь ребята на квадро-водоциклах. Фу, язык заплелся. Шустро пролетели ребята на водном мотоциклике. А мы идем вот двумя лодками. Вот Люба с Юрой. У них не клюет, и у меня не клюет. Мужики мимо проплывали, тоже не клюет.
три дня дождей клевало отвратительно. Просто отвратительно. Дожди перестали, клев исчез совсем. Ну, вот такая у нас открытие рыбалки. Плавает там судачок какой-то. Мелких штук 6 или, да, 6 или 7 судаков отпустил. Щук и судачков. Но это не считается. То есть один вот около килограмма и все. Вот такая вот природа, вот такая вот вода. Продолжаем ловить. Кстати, вот такая экипировка для лета у меня. Потому что солнцем, когда плаваешь, отражение, даже вот если козырьком закрыть лицо, то отражение от воды, лицо сгорает вот за сутки плавания, и блики вот эти от воды сжигают лицо, то есть все сразу вот загар конкретный на лице, поэтому приходится вот так экипировкой вот такой защищаться. Тоже покупал в Китае такую вот шапочку, очень удобная вещь. Она и легкая, и в принципе поднимается, если что-то попить водички. Но по крайней мере вот спасает от солнечных именно бликов. Потому что вот козырьком закроешься, а блики, они еще ярче, чем солнце. Поэтому всегда лицо очень здорово сгорает. Вот давно уже троллим. Моторчик стал дымить. Уже часа 3 или 4, наверное. Надо прожечь ему немножко свечи, прокалить, чтобы нагар перегорел. Сейчас мы покатаемся немножко. Видели, какая струя воды? Это вот я забыл поднять эхолот. И он ниже транса, поэтому вот такая струя воды. Поднимается вот легко. Вот руку протянул, дернул наверх, и все, и полный газ. Вот так немножко покатались, прожгли свечи, чтобы он поменьше дымил, потому что вот когда долго троллишь, то хоть и полусинтетика масла, а свечи немножко забрызгивает, двигатель дымит после этого. Сейчас вот дыма нет никакого. Вот какие живописные косы, уходящие в воду. Здесь сразу толпа людей отдыхающих. Баркас на берегу большущий, а здесь вот люди плавают, отдыхают, резвятся. Здесь рыбаки вот приспособились на пристани. Ну, наконец-таки у нас поклевка. За послеобеденное время первая поклевка. Кого ж мы там интересно тащим? Ну, давайте посмотрим, там что-то небольшенькое. Что-то совсем мелкое. Ну, дрыгает. Щеренок. Ну, смотрите, какой красавец. Будет отцепляться, нет? Вот так, за хвостик прям покусил наш воблер. Ну, небольшая щучка, можно ее, конечно, взять, но... Ну, иди, иди, отцепляйся. Давай, сопротивляйся. Ну. Отцепляйся, чтоб эти ручками не брал. Ты ж там на одном... О, молодец какая. Все, отцепилась и воблер свободен. Просто умничка. Вот так красиво играет воблерочек. Вот он и соблазнил нашу щучку. Мы ее благополучно отпустили.
Поздравляем, первый щуренок за послеобеденное, то есть за целый практически день первый щуренок. И тот отпущен. Вот такая рыбалочка. У нас еще кто-то клюнул. И опять на тот же самый Увлерок Strike Pro. Ну, кто-то опять мелкий. Не сильно давит. Пару раз вот дрыгает. Но опять мелочевка. Ай, красавцы. Но ты тоже так же за хвостик попался, нет? Давай, отцепляйся. Но, чтоб тебя в руки не брать. Ожог не делать тебе на коже. Давай, давай, давай. Старайся. Старайся, отцепляйся. Ну, остался один крючок, давай. Ну, давай подниму тебя. Ну, полкилошный хороший. Ну что, не отцепиться, родной. Я ж тебя отпустить хочу. И стоит, ждет. Чего ждем? Сопротивляйся. Давай тогда будем отцеплять тебя. Раз ты не хочешь сам отцепляться. Устал, что ли? Устал бороться, видите? То есть вот щука первое время вот она борется, а потом все, устает. И вот сейчас ее уже можно вот и к лодке подводить, и руками брать. Вот она спокойно стоит, никуда не уходит, не дергается, устала. Будем тогда вытаскивать, освобождать ее от крючков. Давай, моя хорошая. Пойдем тогда в лодку. Вот такая красавица щучка. Первый утренний щуренок только что выплыл. Вот отплыл от берега немножко. И вот такой щуреночек грамм на 300. Ну вот, хочу его отпустить. Но вот чуть-чуть ему не хватает сил оторваться. Придется доставать из воды и отцеплять его. Бедняжка. Будем отцеплять, раз не хочет сам. Утро становится интересное. Только что отпустили щучку. Вот такой судачок попался. Ну, не килограмм, но грамм 900, наверное, может быть, в нем есть. Но, по крайней мере, 40 сантиметров есть. Мы его заберем. Все, буду отцеплять. И, кстати, опять на пожарника красно-белого. Как всегда, мой любимый пожарник сработал. Такой вот рыбин. Тихо, тихо, родной. Сейчас отцеплю, не буянь. У нас кто-то маленький-маленький клюнул. Ох, какой судачок. Ну, совсем малыш. Совсем маленький. Опять на моего пожарничка. Будем отцеплять такого. Может, сам отцепится. Давай, родной, цепляйся, пожалуйста. Ну, ну еще, 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 мой хороший. Один крючок остался. Эх, не хочет. Придется цеплять. Иди, будем тебя освобождать. Тихо, колючий, растопырился. Вот растопырился так. Ну, пойдешь отпускаться. Давай. Опа, как шмыгнул резво. Ай, молодец. Но мелковат. Продолжаем ловить.
нас очередная поклевочка. Теперь уже на Strike Pro. Но тоже что-то не крупное. Поднимать его. Ну да, что-то очень мелкое. Что-то сегодня одна мелочь клюет. Теперь кто у нас? Теперь у нас щуренок. Вот такой. Незачетный. Ай, ай-яй-яй, как ты буянишь. Не буянь. Не буянь, сейчас отпускаем. Не буянь. Вот идем по глубине 3,70. И сейчас сработал только что Strike Pro. Маленький щуреночек был совсем. На 500 грамм. А до этого срабатывал пожарник два раза. Щуренка и судачонка. Так что оба воблерочка работают. Но пока 2-1 в пользу этого красно-белого пожарничка. Температура воды, кстати, понизилась. Была вчера 20,5 где-то. Вот днем, когда солнышко нагрело, прогрелось. А сейчас вот 18,2. То есть за ночь на 2 градуса понизилась вода. Температурка. Лодок много. Ну, как много. В зоне видимости они есть. Но, по крайней мере, не мешают ходить. На стерже там, например, совсем бывает очень много. Там только ходишь и уворачиваешься от лодок, чтобы не переплести снасти. А здесь свободно. Джигитов мало. Джигита, наверное, может одна или две лодка стоит. Но здесь рельеф очень своеобразный на озеро Пена. Он практически весь ровный, как блюдце. То есть бровок нет, пару кос есть. Возле кос, смотрю, люди не стоят. То есть там нет сейчас, наверное, хищника. Стоят просто в открытой воде. Будем продолжать плавать. Пока не крупная щучка и судачки клюют. Будем ждать более достойную рыбу. У нас, кажется, долгожданная поклевочка. Это вот мы уже полтора часа плаваем. Не было никого. А это кто-то клюнул. По крайней мере, не поднимается. Маленький судачок. Маленький судачок. Ну, по крайней мере, судачок зачетный. Около килограмма. Да-да-да. Вот такой. И опять на пожарника. Только уже на другого. Этот пожарничек на 4 метра ныряет. Мы по 5,5 ходили. Вот такой хороший судачок. Вот. Килограммчику, наверное. Этого заберем. А, здорово. Клюнул судачок. Будем отцеплять. У нас поклевочка. Кто-то клюнул. Кто-то у нас клюнул. Лодку закручивает. Щуренок. Очередной щуренок. Вот такой щуреночек. Небольшой. Ну, грамм. Не знаю, грамм 700, наверное. А друг у нас вот москвич, который приехал. Килограмм на 7 щуку поймал. А мы только щурят ловим. Кстати, опять пожарник сработал. Опять пожарничек. О, красавчик.
красавчик. Давай фотосессия. Ай, красавец. Будем снимать. Люба с Юрой плывут рядом. У них сегодня за утро ни одной поклевки. Вот как так? Вчера у меня ни одной поклевки они ловили. А сегодня я, наоборот, поймал и щучек, и судачков. А у Юры с Любой сегодня вот вообще ни одной поклевки. И по заливчику вот ходили. Я их в заливе здесь встретил. И так они ходили по глубине, по озеру. Тоже нигде ничего нет. Вот так бывает. Вчера ловили, сегодня нет. Попался очередной щуренок. Пытаюсь его сбросить. Не хочет отцепляться. Придется снимать. Ты мой хороший маленький. Ну никак не хочет отцепиться. Никак. Никак ему. Ой, вот такой малыш. Будем его отпускать. Правда, помучили немножко. Ну, давай. Приходи в себя. О, убежал. Как резко сразу. Я думал, он клёмываться будет долго. Не, прям резко убежал. Хотя помучили его. Зацепился очень неудачно. Вот так вот. Маленький щуренок. Ребята, там кто-то достойный у меня бахнул судак, потому что не крутит головой, как щука. Что-то очень достойное. По крайней мере, он просто придавил. И все. Надо подсак готовить. Ушел. А было что-то очень достойное. Вот такой уловчик на открытие. Маленькие судачки. Крупного у нас не было. Крупные соседи поймали. Знакомый москвич. А у нас вот такие разрешенные 40 сантиметров. Крупнее не было. На этом рыбалочку завершаем. Всем пока.